Так, всем добрый день. Сейчас вам покажу, как выглядит кассетная рассада спустя неделю после высадки. Это значит, может, помните, я клэри высаживал с гормоном и без гормона. Ну, разницы я не вижу. Растет что-то, что-то. Это значит, мальга была. По-моему, уже даже начали корешки давать. Сейчас посмотрим. Да, уже гляньте, уже корешки даже есть у нее. А это мы начали высаживать, обрезаем Елизавету вторую на плодоношение, на второе готовим. И обрезаем воздушку. Воздушки накидала вообще 1000 штук. И ну, вот так вот обрезаем усики. Есть и большие. И прям большие-большие усики. И поменьше есть. Ну, всякие разные, вот видите. Ну, с зачатками корешков. Гляньте. Есть еще, значит, воздушка такая. Сейчас еще не резали. Но будем резать. Азия, Сирия, Клэри, Кабрила. В общем, кому если надо воздушку нарезать, то могу нарезать. Пишите на WhatsApp. Я сейчас выставлю ее на сайт. Уже по факту то, что будем резать. И с сайта тогда можете заказать. Цена там, ну, 10 рублей, я думаю, будет. Такие сорта, как Азия, Клэри все. Ну, нейтралы чуть подороже, скорее всего, потому что на них спрос побольше, их самих усиков поменьше. И поэтому цена будет немножко подороже, я думаю. В общем, укоренение, смотрите, вот это, вот этих усиков возможно только при наличии затенения. Вот у меня сетка, да, видите. И желательно дождевание. Ну, или сами будете ходить там опрыскивателем смачивать. Я не знаю, получится, нет у вас постоянно поддерживать лист во влажном состоянии. Ну, вот как-то так. Тут вообще планируем эту теплицу и ту вторую теплицу. Будем укоренять кассетную рассаду в течение всего лета, до самой зимы. Как это будет происходить, ну, покажу попозже. Но пока что результат нормальные. Листики торчком. Там вот чуть пораньше было высажено. Там уже корешки даже начали пробиваться. Поэтому, ну, кассетная пойдет нормально. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.